Выпускники заслуженного учителя России, преподавателя русского языка и литературы Ольги Лянсман обратились в редакцию блокнота Волгограда после того, как педагогу отключили электричество за якобы долги на сумму более 90 тысяч рублей. С позиции энергетиков Ольга Яковлевна была не согласна, поскольку ежемесячно оплачивала квитанции за счет на протяжении нескольких лет. Но проверяющие настаивали, что учитель-инвалид платила неправильно. После ряда публикаций вмешалась прокуратура. Электричество вернули в квартиру Ольги Лянсман, правда, так никого и не наказали. Сразу образовалась комиссия, мне стали звонить, спрашивать, что случилось, как это произошло. Потому что заметка, которую опубликовали в вашей газете, она, конечно, произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Меня знают в городе. Ребята были в шоке от того, что мне пришлось целую неделю жить при свече. У меня отключили электричество. Огромное вам спасибо за то, что вы помогли мне, обратили на меня внимание, напечатали вот статью. Вот. И мне приятно, что я теперь не бедная родственница со свечкой, а я нормальный человек, который может пользоваться всем. И я действительно ни в чем не виновата была. Спасибо вам большое еще раз. Хотела сказать спасибо блокнот Волгограду. Я, когда была еще беременная, обратилась первый раз в блокнот с просьбой о помощи публикации, и они мне помогли. И с тех пор они мне помогают, публикуют про нашу семью, про малышей, и позвали меня в Преображение сниматься, чего я очень рада. Дорогие, уважаемые друзья, уходящий год запомнился нашей семье великим людским подвигом, когда вы помогли и поддержали нас в борьбе за жизнь и здоровье нашего сына Ильи. Мы бесконечно благодарны вам за это. И хотим пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, уюта, любви, тепла вашему дому, новых побед, а также пусть та доброта и свет внутри каждого из вас не погаснут никогда. С наступающим Новым годом!